Осторожно, Modern Pictures представляет. Зритель любит детективные фильмы. Приятно смотреть картину, заранее зная, чем она кончится. И вообще, лестно чувствовать себя умнее авторов. К югу от Лэнгли. Yes, sir. Yeah. No, sir. Я не могу. У меня ленч с королевой. Ленч с королевой. Кушай с королевой. You. Yes. Yes, sir. Now. How many money? How many... Денег сколько? Денег сколько? Yes, sir. Агент 007 получил задание выкрасть секретные документы. Это было для него не впервой. Но что-то его тревожило. То ли неотглаженный галстук, то ли ситуация на Ближнем Востоке. Секретная база где-то под Архангельском. Шестой слушает. Да. Да что? Отдыхают, товарищ первый? Что вы говорите? Ах, ах, сам товарищ нулевой. Речь-то просил. Понимаю. Именно мне доверяет. Понимаю. Ах, даже так сказал? Ладно, во сколько нужно быть? Буду. Будет сделано. А, бессрасиво. Ничего не могут без меня, а? Агент 006 тоже получил задание выкрасть секретные документы. Это было для него впервой. Но ничто его не тревожило, кроме одного. Вернуться бы вовремя к ужину. Где-то к западу от Бейрута. Случайная встреча – атрибут любого детектива. Вот и сейчас. Соперники несколько раз встречались, разом поворачивали и снова сближались. Наконец, во время пятого рейса 007 не выдержал. Максим Максимович!
А ты, как ты все-таки не изменился? Да. Прекрасно выглядишь. Вы немного пополнели. Да, хорошо живу. А что вы здесь делаете? Я так воздух ношу. Воздух ведь, а? А вы что здесь делаете? А я... кормить чаек. Да-да-да. Чаек. Они выпекли нам по 150 горяченького. Заметьте, не я это предложил. Да, я предлагаю вам. Ой, Максим, Максим. Джиз, ой-ой-ой. Человек? Человек, человек. О, девчина. Девчина. Миленький, мне бита сухой... сухой водка. Есть такой сухой водка? Найдем. Сухой водка плюс шампанское. Russian шампанское. Russian, конечно. Все это смешать. Плюс варенье. Но не взбалтывать. А мне мокренькой перцовочкой все взбалтать. Ну и сам тебе, конечно. Ну давай. А помнишь? И на наших героев нахлынули воспоминания. Багор. В сотый раз натыкался 007 на этот багор. Только в тот день он не забыл выкинуть из машины русского шпиона. А помнишь, как я тебя в 89-м, помнишь? Плохая история. Бомба. 006 взрывался на этой бомбе уже в 167-й раз. Но в тот день он не забыл ее выбросить. What is it? От соседнего столика. О, я не заказывал. Опа. Это мэнни. Мэнни. Ну, будет долгий тебе, да? Где-то к северу от Сайгона. Шпионы всегда следили друг за другом. Такова их шпионская натура. Каждый третий день они посвящали слежке. Даже если она была не нужна. Просто так. Для тренировки. Что-то лицо мне ваше шибко знакомое. Но, я турист, я здесь есть, отдыхает. Отдыхает? А не вас ли я видел в прошлом году на обложке плейбоя? Стоппин. А вы не отдыхали прошлым летом во Вьетнаме? Я? Мне... А не с вами ли я спал позавчера на Курском вокзале? Вот если бы не борода, мне кажется, ваше лицо мне знакомо. Борода! 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 Где-то на границе. Погоня. Какой детективный сюжет обходится без нее? Один бежит, другой догоняет. Таков непреложный закон жанра. Детектив без погони – это как жизнь без любви. И неважно, кто и за кем гонится.
Ты что это от меня убегаешь все время? Я not убегаешь, а ты зачем за мной бегаешь? Я не бегаю за тобой, у меня привычка такая. It's yes, very, very дурной привычка. Да, это не дурной привычка, я профессионал. It's я профессионал. Я! 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 Хрен ты, а не профессионал, гусь лапчатый, да! Теперь понимаешь? Центр испытаний ядерного оружия. Лос-Аламос, США. Что, руки поднять? Да, и повернуться. Живо посей. Лопаси поворачивайте медленно, так. Максим Максимович. Это Максим Максимович. Что? Что? Что вы сидите? Забыл, как ты меня опозорил в 66-м году? Я не забыл. У меня профессиональная память. У тебя профессиональная память? Это у меня профессиональная память, потому что я профессионал, а не ты. Что? Вы посмотрите на себя, Максим. На себя посмотрите. Итак, наконец наши герои сошлись в финальном поединке. По законам жанра необходимо и пострелять, а когда кончаются патроны, и сойтись в рукопашную. Английского разведчика вы можете узнать по белой рубашке, наш же наоборот в ушанке. Документы, что ли? Я хотеть документы. Да? Я взять у мой чиф. Вот твои документы давно. Меня они у меня. Дай вот мне. Выкрадены мной. Дай мне. Мной. Мои. Мне не очень. Мне тут очень нужно. Да, зритель любит детективные фильмы. Приятно досмотреть картину, так и не поняв, а что же, собственно говоря, произошло.